Тушмаки болтал вообще. Еда, перчатки забрала, блин, Майк. Не так, перчатки, хорошо. Кто это? Щит-тренер, да? Щит-тренер, да. Ой, пояс. Гудлик, печенька есть? Печенька, гудлик, пояс, это секси. У вас что, шмотки остались, нет? За щит 247, дают? Нет, там все, это вроде все шмотки. Что, летите на голову быстрее. Такой же, как и с ИВК 25-ки. Ну, там по одному дает, по статам. Перчатки, да, перчатки без. Тут, кроме, бля, еще тринка нормальная падает, а так вообще все говно. Гудлик, бля, картофельная голова. Что ты хочешь? Ты хули меня еще не сумонишь? Что откатило, блядь? Что откатило у тебя, блядь? Портал откатило? В смысле, магик обратно откатило. Вон, Роксрайта, блядь, откатило, Сандер и хуй. Нет, да ты же без кого откатило. Для съебала Сандра, короче. Прикинь, такой заходишь, тебя реально откатило до 222-го этим левела, твои действия. Все пиздец. А такая херня была после слияния. Не, ну там они типа намеренно снижали типа этому левелу персонажей. Нет, там шмот просто с перса пропадал. А, не, у меня была хуйня. Да, кстати, когда? Это новогодний 2020, по-моему, у меня на X2 на ханте просто пропадают 4 профы. Вот, я пишу админам, я говорю, типа, посмотрите, у меня на персонаже все есть. Они такие, предоставьте скриншоты. Да-да-да-да, вот эта херня. Типа, бля, охуенно. Я просто, бля, вкачал профу, 4 профы, все себе зачарил, а потом такой думаю, а нахуй они мне нужны? И так справлюсь. Я скину. Возьму себе добывающие, бонусы-то есть. А, кстати, у многих, когда апшеи подвезли, репутация спадала, приходилось заново качать. Потому что тринка не прокла. Идете такие на охоту в гильдии, стоите перед магиком, и у вас протовар такой, ой, ребята, у меня почему-то 200-й левел. Неплохо. Как половину шмот просто удалили. Суки, пизда. Наконец-то я нормальные голоса услышал в гильдии. Слышишь, ЧП? Че? Это мои? ЧП? Чего я буду? ЧП, ЧП, ЧП я имел в виду. Ты так научился на коте? Сандер? Да. Да ты охуел, Димон. Ты охуел, Димон. На входе встречают, кстати, ребят. Осторожно. Чё говоришь? На входе встречают. На входе пиздят какие-то придурки. ТТГшники какие-то? Не-не-не. О, форт повышали. Эмир, спать, вышел. Спасибо. Что, то есть, Рокстар тебя суманули раньше, чем меня, что? Ну, конечно. Я более значимый. Ну, бля, ты не дамажишь нихуя. Да я сейчас тебя присуманю за. Давай, вещи. Шмот у всех есть? Брейнер, у тебя не было, они бы заорали. Да они бы уже орали, если бы не было. Ну, все, хорошо. Иди сюда, все, учись. Я написал тему, чтоб нам ачивку этот восстановили. Ну, не ачивку, а этот. Убийство босса. Там ну, каждый индивидуально нам писать будет. Иди сюда, ЧП. Да, иди. Ну... Вот и стоим. Добишь тоже до сюда. Блядь, я тихо тоже не засчитал, суки. А, на улице вы спешили. Фартануло вам. Не знаю, у меня все засчитало, ачивка есть. Ой, а на улице пиздец. На улице не выходить, там ужас. Бьёрн, где легендарно? По команде выходит и забирает. Я ещё сам не прицел. Тыкайте. Ну тыкайте. Чепи. Блять, нифига, вот я, сука, тренейм сделал. Чё будешь делать? Блять, не знаю. Это будет фиаско.
какой-нибудь еще такой подлиннее, гидрометео, электростанция, типа вот такого чего. Знаешь, наглая кожа, ну, звучит как бы. А вот чипе! Детская мутренника. Так, нейротии нету еды на мастерство? Нет, нету, я в целом на ханте. Ой, не, часто... не, блядь, донт, сорян, донт. Нет, у меня 30 мастерства на ДКшке. Блять. Зачем-то. Кстати, думаю собрать мили-ханта, почему бы и нет. Зачем-то? Ты мили-атака не бьет у тебя? Автоатаки нету? Да есть, ну чё, я, нормально. Я, блядь, понта спрашивал. Автоатаки у меня нету. У меня только этот удар смерти и удар чему есть. И то редко очень. Я соберу потом кап. Ну, ха-ха. Ну все, давайте быстрее трэш чистить, уже время уже поджимает. Он полчаса оставался. У нас самого корлейца не получится бить. Поехали. Успевает Кимсик. Дайте кулак, Фуханто. Вы собак заливаете? Да. Ну, двух собак мы будем в контроле держать. Локовский? Да, да. Да, лучше всех заливать сразу. Там все равно миличники стоят, и кажется. Нет, я имею в виду, когда босс активируется, там уж кучу называется. Не будем... Они все равно урон наносят. Из контроля. Да, да, конечно. Ну тогда заливайте нахуй, чуть не баньте, блядь. Кстати, еда мне чем-то напоминает Корнесу, только не новый. Так что, замечается? Гладиатор. Еда вроде бы, блядь, ну, не... Это Корнес как девочка себя вела. Вел, то есть. А тут нормально вроде бы. Пока что. Я вообще честно расстроился, что он ушел, блядь. Кто, Корнес? Ну, я не ожидал такой хуйни. Да пошел он, блядь. А еда это не девочка разве? Это девочка. В смысле, ну, еда, что? Девочка, это ж пища. Это, блядь, предмет. Это сударыня, господа. Это категория, ебать. Сударыня. Это пища. Бебля. Невер нельзя определить, это со склада человек, ну или там с производства, с какого-то. Кто? Сударыня. Если сударыня, то он, скорее всего, это со склада. Он с Питера. Из питерского производства, да. По производству поребриков. Не-не, я это с Мурманска, ну тут это рядом Питер. Так, еда. На меня частицу вешаешь что-то. То есть ты не в Питере? Не, я в Беларусь, ну, доеду к вам. ЧП два раза отлетел. Блядь, меня будут хилить, нет? ЧП. ЧП поехал. Пора в танк спекаться его. Блядь, а мишки будут актуальны в Т5? Не понял, я не помню, что мишки танчат. Конечно, будут. Что-то мы не блядь. Я танчу. Ну, нет, единственное, что ты для рейда нихуя не даешь, блядь. Да не то, что для рейда, там просто сейвов у тебя нету. Почему? Там охуенный сейв, блядь. Какой там сейв есть? Там, когда ты увечьем бьешь, через 3 секунды вокруг тебя этот взмах происходит. Этот взмах агрон убивает и сразу вешает баф на 3 секунды, короче. Какой? Который снижает урон по тебе входящий весь. На сколько? Да я ебу нахуй, ну на 20. Тысяч, блядь, заебал, да, по-моему, нахуй. Тысяч на 5, насколько я помню. Без остановок, нахуй, ты его еще подначиваешь, блядь. Мне кажется, тысяч на 5. Ну, а у Вара, блядь, 50 тысяч еще 40. Каждые 6 секунд. Саня. У друга больше. Второй рейд, кто будет танчить? Войт. Нас хватает ДК, но ДК много, куча ДК поприходило. Нормальный танк там. Там все норм будет, не переживайте, в Т5. В Т5 все танки хороши. Так, блядь, я ревогну, сейчас я забавил хватается это. Ну все, вы понимаете, что в Т5. Кроме мишки. Ну нормальный сука, мишка. Пошел Т5. В жопу. Говно мишка, у него, блядь, на роботе он бесполезен, допустим. В смысле, где он полезен, где вот реально нужен деф. Весь контент протанчивается. Давай, он давай БСХМ на втором боссе. Офигенный. У него уклона до хера. По рейду не идет урон. Дриш. Парируем. Вот
ЧП, главный гопник на нашу. Ну, вот это на монитор плюнул по-любому, пацан, бля. Вытирай. Он кашляет семечками. Не верь, телефон есть с фотокамерой позвонить? Да есть, я с него в Дискорде сижу. Забирай. А MP3 поддерживает? Нет, только их порт. Только MP5. Вы же вот так стояли? Да. Короче, смотри, Хрипа, ты помнишь, что делать будешь? Забираешь на себя Кроша, это квест, и... Не, в общем, надо, 6 хилов не нужно. И ты забираешь еще трусы. Вот, две метки. Так, значит, на тебя писикошка напулит трусы. Так, на кого писикошка что напулит? Хрипатого трусы напулишь. Не облажайся пока. Невер, напулишь печеньку в Бьёрна. Так, никто не врывается, никто ничего не хилит, никто ничего не делает. Пока не поставим нормальный мобов. Имейте в виду. У мобов снижен урон, соответственно, ее гроз снижена. Там хилы только вас не будет, у вас могут. Так. Зачем пятый пати оптикса? Так оптикс убил уже. Тотем, чтоб ставили. Какой? Так он это в ретике. Мы будем в одного халипала, да? Да. Ага. Ну, нет, два халипала, у вас два шама есть, нормально. Шамки, будете кидать эти самые, свои орехи на рейндж кэмп лучше. Больше по хилу будет у вас тогда. В одного халипала будешь сейчас всегда пыхтеть. Если у нас общество, у нас 6 хилов будет, это очень долго будет длиться. Так, Драйнер, ты... Помнишь, да, ты сам вбиваешь по КД косты вместе с Хрипатом. Все, почему пол? Тут СПД пить, да? Да, СПД пейте. Тут СПД пейте, да. Мы сдаем с тобой вместе прожимку, подкаст. Угу. Все, хорошо. А милишники на всех этих стоят просто ФК и ждут мобов, когда они спавнятся? Собак бьют. Собак что-то бьете, все, кастинг. Ну собак, да, все. Тогда пока ОМ не активируется, вы не кливайте. Когда он активируется, я наберу достаточно агро, чтобы не срывали. А до этого у меня не получится. Ну что, все готово. Так, а то убери звездочку нам нахуй. Я сам уберу. Все. Ну что? Все готовы. Проверьте, блядь, масло с флажки. Сейчас проверим. Сами проверьте, намажьте. Так, вот так. Флешинга нету, масла. Блин, так. Дыщи, да. Ты где? Сука, неужели вы, блядь, вам свой ДПС не интересен, блядь? Иди хавай. Бля. Пожали. Еда. Ваши же кнопочки, блядь, ваш ДПС же. Все, готов? Вещь. Да. Все. Так, ну, по напулам поехали на пулы. Подобаем пулу сейчас. Спасибо. 5, 4, 3, 2, 1. Ромбик открылся, если что. Можете ромбик попинать чуть-чуть. Только не сильно. На пол дайте меня, пожалуйста, если хотите. Потом сейчас Алиса. Так, наш еще умер. О, какого черта? Чё пересни, пожалуйста. Да? Готовьте мне прохил давать. Мирики вы тоже можете, в принципе, долбить его потом. Прохил берну. Мультикаст. Потом на стрит на турку. На турку поставьте тоже. Буду долбить его.
Все, оставили ДПС. Ом активировался. Ом. Геру. Мобов на бейте. Декаты бомжей. Мобов бьют только милики. Кастеры вы бьете только босса. Кастеры вы бьете только босса. Косты сбивайте, престол. Мобов хилят. Да, я сбиваю, даже. Ребят. Мы сейчас вайпнемся. Надо еще озвучивать. Сейчас пошел или нет? Нет, еще. Сейчас пойдет, пошел. Скажите, когда 2 секунды снится. Давай, отдавай. Паладин, еда, дай тоже. Ну, мальчик, мы скорее всего все равно умрем. Эльвы упал один. Едва ли выжили. Эльвы, вставай сам. И на по Эльвру. Беги с ним. Гимна ману дай. Сейчас достопните вы по боссу, что вы делаете. Расколы нажали. Опик в себя садил. Потом ману. Потом поставь Эльвру. Дрейнер. Кик, если слепоглазу косты. Залейте ману иди. Тот. Ромб открылся. Ромбик, да? Блин, как вы видите, кто? Так, а что у нас там думают с проблемой? Вообще точно заливали или что? Вообще, да, вообще маги не заливали. А кто били? Маг урон по ним проходил, они хили стояли, вообще пиздец, блядь. Короче, кастеры, не бейте вы трэш, бейте точно босса, трэш бьют только физурон. От магического урона они хилятся, запомните это, кастеры. Кто-то не знал. Ну а если АОЕшкой, ну... Еще раз говорю, АОЕ не... Ну, не лезет. Вообще не бить, то есть... даже. Блять, ну как он с рук посмотрелся на Еру? Войт, подними Еру. Пока не вставай на Еру, жди. Все, вставай на Еру. По Еру фури подвали. Кто открылся? По трусам. Трусы свечнулись. Милики не подходят трусы. Бьют только кастер. Войт, Борю не езжай рядышком. Смотри, нет, вот там. Тоже... Дай в себе солью. Еда собаку подвела, как гейман об нее. Спасибо. Спринг гимноману дай. Драйнер можешь? Ой, не драйнер, как-то викинг, как ты на ману поставить. Да, могу, поставил. Давай, давай. Ставь, спринг балки. Ну там меня прошибает просто, брат, там босс больно бьет. Стопайте по боссу. Так. Слепец, слепоглаз опять бьет. Крипа, ты подойди, наверное, крошу, чтобы он тебя пропизло немножко, чтобы ты его бил. Нормально. Тут еще с неба опять слепоглаз. Слепоглаза бьем опять же. Но главное, блядь, слепоглаза убить, чтобы сука не хилил там, блядь. Драйнер не сбивает, не все косты не может. А хилы не отлетели, а отлетели, я не видел. Мультиказ бы тот спал. Инры по КД в ЕГУ. Щит пробили. Каз били. Смотрим, ну там сейчас будет. Кто-то там показывал. Олм, опять Олм, давайте топиться. Милики топит только по трэшу. Кастеры бьют только босса. 3-4 бить? Попробуй. Аккуратно. Нет. Да нет, не бейте, ты 4, высади нахуй их. Хорошо. Гимна хп есть у кого? Маржейн, дашь по команде, когда газ будет идти? На всякий случай.
Слушайте, дайте ассистам, будем в одного мпа играть, тут клима вообще никуда не падает. Скажите, когда каст будете человеком. Каст, 6 секунд. Давай, чувак. Еда также прожмешь. Твою мать, когда мне служила. Бэри. Давай. Нажала это. Сразу инри кликните, если есть. Баф. А что про... Дай себе своего. Ромбик. Не видно печатка. Ромбик какой. А если сейчас двух мобов просто под контрол взять? Они же физика. Урон будет. Они физики? Нет. Они физика бьют эти собаки. Так какая разница, да? Их урон по рейду пройдет. Как собаки бьют? Нет, ты не понял. Смотри, мы можем одного моба взять контрол. Собака хоть какой-то урон будет. Не-не-не-не-не, надо просто с ПДшником меня уешить. И меточки ставить. Сейчас я ассист отдам. У нас, по сути, два вара, только рога физика чистая. ЧП. Ну, ритрики автоатакой буду мажется, но светлой магии тоже регенит. Да там хватает урона, просто там Т4 кастерские работают, и пиздец. Буря это физ урон. Это физ урон, буря. А, буря это физ урон. Буря и удар воина света, это физика. Буря и удар только. Слепоглаз открылся в хил, открылся бейте слепоглаз. Значит, Нейвер, блять, хилит их. А кто еще? Трапу кинул, пиздец. Ну тогда это самое, петов отправляйте своих и сами просто физикой бейте, там, что у вас там физика есть такое. Мортал там бежите, там они чуть не хилились. Ну как-то магия там будет проходить. Ну пошёл урон. Сколько там она отхиливает? 200%, да? От я урона? С тридиком играю по мобам, когда начинают своего. Ага. Инеры, по идее. До тотема 25 секунд. Хоггин на ману есть. Плюс поставь свой чат. Хорошо, Мэри Джейн. Ом. Спичились. Добитл хпшную собаку. Оп, есть. Север, накинь СС, по идее, на всякий случай. Чекпочка, играем точно. Милики. Милики все. Так, исполин гимн на хп сдашь. Подкаст. РДДшники, зачем тут эта лапка? Может, хиливает. По одному объему уже хорошо будет, уже лучше, чем прошлый раз. Сейвы надо звать, нет? Нужно будет, пока еще нет. Лук тоже убей. Ну туда поставил, вон, сейчас нормально. Все, как кастует. Угу. Сейчас кастую, да. Отдаем сейвы. Да. Хорошо, сейчас. Одного убивать, да и хорошо уже. Угу. Хотя бы, да. 40% Куда ты поставил? Дайте гимноману. Гимноману дали? Дал. Все, остаться там. А чипы ты хуяри толму ставят? Ну чё все разных боссов? Ну, в смысле, кастер если бы. Просто сейчас игра. Тут себе эти все. Волну. Волну никто не бьет. Волну так, великий так. Ну, бьет собаку. Сейчас смотрим, сейчас буду закрываться тут все. Каст били? Угу. Смотрим, сейчас следующий тебе появится. Блять, как же добиться? Чего? Татки два. Киглер открылся. Бейте. Кромбик. Или оп, киглерок. К
Кстати, по следующему открытию киллера можно его потом снять с личницы и добить его. Там процентов 30 останется у него. Экзекуточка будет. У нас Гера откатилась, потом по дому можно Геру дать. Вары, кричите на хп там, кстати, не забывайте. Мне очень больно едет сейчас. 13 стаков накопил. Ты можешь затанцить как-нибудь? Инеры по холи палу. Могу подшивать. Инеры по холи палу. Сейчас скинет. Все, скинул, хорошо. А, я понял, все хорошо, сейчас отведу. Да, сюда не должно вкидывать. Слепоглаз добили кастера. 26% должны успеть добить его. Блять, нет тут, сука, хулипал, он еще хилит надо будет с рендером, блядь. Что мать? Может на мага сесть? Ну да. На фаера, блядь, не дамажишь его пока. Не, ну я пока хулипал. Я до 10-го мага не буду играть. Его даже надо фармить. Как-то. А у меня там на фарме, у меня там 50 тысяч этих самых. Я 20-10 пока буду покупать. 20-10 и 24 у меня будет. А когда целка ХМ выйдет, там апнутые печеньки, то там уже 4-10 там будет. Так, что там закрылся, да? Добивайте так уже точечно его, хуяйте плюсы кастера. Опять все добивайте. О, скипоглаз, отлично. Упал, да, хил? Все, хил упал. Ништячок, все, припадки, разгрузили тебя. Сейчас мне надо разгрузить, блядь, потому что мат заебал откинуть уже. Самый бесячий бомб, блядь. И сука, хуй станешь нормально, чтобы он не откидывал, там постоянно у тебя будет швырять все равно. Я попробую сейчас зажаться сюда в уголочек, посмотрим. Че, кого мы бьем? На кого бог пошлет, ребят? Да. О, вот, ну, место, кстати. Все, нашел. Лазеечку себе. Так, с миликами добьется, не знаю. Киллера. Семерики свечу еще. Там 30% осталось. Конечно. Не, лучше мелики пусть отдают. Нет, нет, оставь мне хотя парочку меликов. Не, лучше бейте все. Ом. Ом. Геру. Бейте аккуратненько только. Понял вас. Че там? Чего? Добить, ну, играйте в метку все, старайтесь. Добить другого, конечно. Сколько процентов волны? Блять, поднимите добичак, мой бы, котом бэр остался. Ну что не в метку. ЧП, все там, потом бэрнишь. Давайте, давай. Кастер, хорош хилить его. 20%. Мана, залейте по еде. Черепочек, давайте еще черепочек сольем. Заливайте еще. Скажите, когда будет давать прижимку. Скоро. Давайте, топите еще чуть-чуть. 15%, 10%. Раз пошел, скажу, когда брожать. Тут один моб всего. Все, давай. Мы даже не пробьем. Шивай. Дал. А, все хорошо. И почему-то не показалось. Сука, прикинься, второй еще состав. Еще раз. Добивайте. Еще этот же босс. Добивайте уже точечно, все. 15% добивайте. Да, босс, просто, не... босс играем. Босс не отхиливается от мобов, нет? Нет, босс не отхиливается. Его убивать можно, да. Больше допустим. Припоты выпить. Не, вроде убиваем. Да, убиваем. Все, остался крош ни разу не открылся. Все, изи прошли, считай. Угу. Че меликом? Блять! Нет, тогда выпить это самое, блять. Парихаство убить, блять. Ману похлепало, если есть у кого-то. Нет, у кого. Да, есть. Сейчас поставлю ТТМ.
Гимн на ману. Саш, давай чё колеса заберу. Может подойти, блядь, с автоатаки на регейн. Блядь, нет никого из мобов. Сюда он забирает, да. С кеглером можно регейнить уже. Хороший активировался, отмените обратно. Кастеры в прошлом выключились. Мильки не подходят. Мильки, можете ромбика бить автоатакой, чтобы не слакать. Редвики, кстати, могут бухстануть под крылом киглера. Там через крыло. Крыло, короче, пробивает. Ну, попробуйте. Не так много эта метка бьет. Сразу. Так, с этим самым выходите с рейда, блядь, с бомбочками нахуй. По рейду, блядь, приносится урон, где урон идет. Ауру, огонь, секси ключи, подойди в рейндж крэмп. Миска, отойди, кимсика, отойди. Готовьте, давай сейчас прожимки будете прохиливаться. Отойди, отойди, Рокси. 7000. Нормально. Часа прохилиться, вообще часа прохилиться. Показывает, mm-hmm. что на Массакру, дайте прожимку, я там чу. Стой, стойте, милики, в ромбике, не это, не бейте, вас все равно кидает, как вы пойми куда. Кисмика бэрить? Да, дори мне его. Нет, типа, не бейте. Пять крош. Крош убейте, аккуратно. Сейчас сивов нету, возможно, гимн хп надо будет. Донт, у тебя тысяч три есть? Заебешь. Донт? Есть. Ну дашь под ты самый подкаст. Хорошо. Мы уже быстрее убили, кстати. Сколько у нас геры? Две геры было. Может по ПВП, что они хотят убить. Уйдите от меня. Будете больше не дамажить, блядь. Вали. Я дамажу. Где, блядь? Давай Т4 донт. Я на 2к ДПС пригоняю. Чё за хуйня? Ах, хорошо. Кто там активировался? Опять Кош? Да никто. Хорош, Кош. Так, следующий я Т4 дам, я откатится. Да, такие Киглер откатится, все мусы сразу потом. Идите вары там, не знаю, металками кидаете, закидываете, кровь. Хули вы следите, бля, все. Он откидывает, пиздец. Так я про крошу имею в виду. Нет. Идите металками кидайте, бля, блядь. Я стреляю. Кстати, экзорцизм в студии. Ну, аж и все скоро. Стреляй, ты стреляешь, а хули раскол не настак. Олег, да ты вставал. Давай еще. Угу. Там процентов 40% еще, блядь. Еще два раза, сука, открыться надо. Хороший опять открылся. Нам ты катился у тебя Т4 твоя? 3 секунды. Нормально, дальше подкаст. Ну, хрипатый завтра тоже. Че там казаришь? Валун, смотри-ка. Че ты там? Че, где, когда? Да вот я стою, блядь. Ты заебал. Так и тебя, что ли, брать? Массакру. Да, отличный бомб. Там хрипа ты отдал. Вы умрете. Вы умрете. Киллер. Киллер, убивайте, все бейте его. Ой, блять, вагон. Че, ресую, раскол надо стакать. Давай, ресу его. Ресую, давай раскол быстрее. Милизон его прохилить нормально. Дайте пистом. Инер, походи, палу. Лапку дайте.
Здрасте, ставлю тебе темп, короче. На тут поставьте темп. Да, сейчас поставлю. Раскол главное. Ближе к миликам поставь, потому что, блядь, миликом пробивает молнии. Ладно, сейчас. Раскол фулл стакл. Не вижу стакл. Стакл-то, блядь. Сука, калмивен сделайте, опарыш. Пробивайте, если 5% осталось. Успейте, не успейте любить его. Прожимка хил. А он не сильно бьет. Все, молодцы. Крошу там добить осталось. Моя заслуга. Все, давайте крошу. Твоя заслуга, блядь, с чаксером умереть. Чаксера здесь нету. Сука, я агро дарочарм срываю. А гимны есть на ману трех пистов? Я тотем ставил. Один кто-то дает? ЧП дамажишь будешь, нет? Ты охуел? Все, поехали, босс уже. Так. Чё? Ладно. Хорош, что ли, активировался? Да. Так, короче, смотрим, кто у нас будет стоять под ебалом. Это два танка, Хапал, Викинг, Лер. Так, вот здесь два танка, три хила, это у нас 5. Два Фурика, это у нас 7. Драйнер, 8. Води 9 и так, рогу ЧП и кота не хочу дергать. Давай, наверное, кто у нас будет. Оптикс будешь в ладошки ловить. Флешинг еще у нас может погибать. Кстати, если надо, я могу под боссом стоять. У меня 4-4 и от критов вот эта херня. 7% урона стакается. И ты флешинг будешь стоять под боссом. А ты будешь в ладошки ловить. А че мутик уже, наверное, похуй, куда бить. Ну, чего вот это их убило? Чего их убило? Да, глупо, блядь, это... Да. Не под лицом стояли, они очень близко стояли во фрейме. На Макс, так, если фрейме мучик стоит. Будет в лицо бить, он будет парировать, да? Это вар тоже парирует лицо. А ты хули ты хардкап мастерства не собрал? У меня 57. 56. А у меня 57. Ну чё тогда выёбываешься? По кайфу. А раскол сможешь лицо стакать? Дон, а ты сможешь-то сам? Ты разворачивал его или нет подкаст? Или ты постоянно его лицом там танчил? Не, я постоянно лицом танчил. А ну что значит, ты танчишь? Постоянно поворачивать, поэтому запарно. Локи, ну-ка, под свой контроль взяли, на босса отправили. Это, он очень хорошо дамажит. Гудлик, ёбаный рот. Справишься, нет? Сколько они дамажат, Локи? Пиздатый Гудлик вагон, нахуй, у тебя оба лока, блядь, быстрее. Гудлик сам под контролем. 3000 за удар. Нормально. Ну, это если два удара. Скилл плюс удар, а так удар по 1400. Ну, на той неделе по 10 били. А то может не эти мобы, может другие. Нахуй я его взял вообще, у меня бес пропал. Гудлик, а вы бери сам. На X3 по 15 берет. Че, Гудлик смог что ли законтролить? Да. Конечно, взял. Выйдите из-под босса, выйдите из-под босса. Там аура. Пэтов, Пэтов забери. Убегите, убегите, отхиливается он. Пэта тоже отпусти, там... Не подходите, он от миликов хилится. Еще фернули, блядь. А что так легко? Гудлик, который смог. Естественно, 20 минут без босса, я ебу, блядь.
Уже дайте 26. Геру на, дайте Геру на, хоть равно откатится, да, это самое, блядь. Уже 26, тогда за 26 убить. Ооо, дон, блядь, вагон еще нахуй, ну пожалуйста, блядь. Вагон. Гудлик, чё не захилил? У меня нет хил. Койл кидай. Койл? Дай, и... дай, дай Гудлик, это убери оттуда нахуй. Ctrl 2, Ctrl 3, блять. Мой пет бьет это. Блять, он не перебивает ауру, ебаный рот, ты понимаешь, не? Отведи его хотя бы, отпусти, отпусти его, блядь. Просто отпусти. Отпусти, блядь. Голова, блядь. Э, блядь, танк, пат, забери, забери, забери босса, сейчас вайпимся еще. Ебать. Поднимите танка, любого танка поднимите. Все, резайте. Зафиляйте, расфиляйте собак, чё это за хуйня? Чё так шутку вот, блядь? Забаньте, так, отомстите. Ну на нем стакается, видишь, урон. Дайте БР, ребят. Да, дайте БР. Через пару секунд будет. Забейте, не давайте, добейте босса 300 тысяч. Не, уже ладно, уже 300 тысяч. Блядь, когда они его покинули? Да мы еще умрем раз 10. Не чудите просто. Блядь, если бы умерли, я бы урос сделал бы. Заебись. Добили бы это самое. Ой, плащик неплохой. Какой дробяшечек. Здесь вебка не нужна. Бля, то же самое тут упал, что и в прошлом КД, блядь. Mm-hmm. Точно, точно. Один в один. А тут всего 5 шмоток, по-моему, падает. Ну да, по-моему. Это грула, топор выпадет. Давай пробежим, чтобы, блядь, не бить полчаса мобу. А если вайпнемся опять? А если вайпнемся, ну? А если вайпнемся, то делаем эрой и приходим завтра. Потому что время уже много. Лок пробежал, еще 2 тела всего. Дайте печать только. Сейчас. Да лучше пару раз реально пробежать, чем чистить сейчас. В прошлый раз 40 минут чистили эту хуйню. Ну тоже, блядь, нахуй на то, что только, блядь, хп, блин, я не понимаю, блядь. Силу вся мотивация. Кончик. Резайте павших быстрее, сейчас пробежимся по-быстрому. А может кто-то линкануть плащ с Кары ХМ, который хаст крит? Там говно. Этот лучше. Не, поднимите. Там есть хаст крит плащ? Да, там где? Есть хаст крит плащ. Это с кого-то им хаст крит плащ? Там про какой? Все такой еще идеальный. Угу. А, у тебя приора нет. Не верится, тут или нет? Блин, скол падает он. Это с Молчазара плащ. А, с Молчазара. Да. Он хуёвый все равно. Не верю, блядь. Будешь вставать, нет нахуй. Тут там между ящиками отлетает. Ну что, давайте это самое, пробегайте. Донт, я заберу первую пачку, если что, на себя, ты вторую. Клипаты третью. СС-ы надо пылить. Пылить бошку. Так. СС, давай, короче, север по еде дашь. Не-не, блядь, по локу надо. Либо а, локу. А, ну да, все, давай по себе тогда СС. Дыч по себе, гудок по себе. А, блядь, не дай бог мы вайпнемся, блядь. Я по ЧП дам. Оптикс, это зачем? Ну, типа, мне все, что нужно с этих рейдов, печеньки и вот пушка, если у меня метки. Все, погнали, нет. Давай, ебать, я хочу. Подожди, нас не ебать, блядь. Ладно, потом его суманем. Да суманем, ну. Давай, чайно присутствуй. Сначала танки вперед. Я первый заберу, ударю пару раз, потом дон следующую пачку на себя забрать, третий крипа. Я попробую выжить. Блядь, я пробегу, короче. Только три не набирайте, хотя точно бомжи же есть, ёпта. Все, дон, иди, запускай под бомжами. Вот так вот. Все, пусть они дерутся сами там. Пошли дальше. Сейчас мы бомжами окажемся и сдохнем. Так, никаких, никто твит не набирает, аккуратно смотрите. Сейчас этих я затамчу, подведу к бомжам. А, все, я понял. Беги, дорогая, беги. Бомжей хрипаты дай. Идеально, иди, иди сюда. Все, бежим, 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 бежим. Шо, это тактика новая? Да, это, блядь, скип от нитро, что называется. Как бомжи так быстро упали, блядь? Хм.
Кливу я побежал удары ловить, нахуй, в коте, блядь. Думал, а что, было в рейдж? Все, быстрее дохните. Блять, они еще не убивают вас. Вот этот босс мне нравится, физичный вообще под мордой стоит. Кимсик на тебя смотрит. Сдохните, все. Встаем, резаемся. Те, кто лежит в трэше, исполин, вставай, в воде вставай. Остальные масс рез и... Но этих все равно троих надо залить. А, ну да, хорошо, тогда этих троих зальем. Да, чтоб нас не фернули ни под босса, нахуй, в чем проблема? Ну, блять, руки будут закрывать, согреться, трэш. Ну, давай тогда зальем их. Сейчас, сейчас, блядь, давай засумоним всех. Да, интересно. Кого сум плюс встреча ставим? Так, завтра, если что, если не убьем, завтра допронос будет. Пизду, сегодня закрыто, блядь, 6 дней свободны. Ну, попробуем, если получится. Ну, блядь, если вайпимся, блядь, опять нахуй скипит и всю хуйню. 10 минут, фу, блядь. 2 минуты скипать сюда. Завтра все равно бухать. Пятница, ну, заебись будет, если мы закроем сегодня все. Надо, блядь, чтобы не эти вайпы ебаные, блядь, на магике, нахуй. И нахуй, блядь, с ЕВК, блядь. Кто меня сумует, блядь, что же? А кто он тут? Так, еще раз, значит, повторим. Те, кто под ебало идут. Дон Хрипаты, 2. 2 вара, 4. 2 хила, 3 хила. Викинг, Эллер и еда. Это получается... Сейчас... Так, сейчас засумали там что-то. Что, давайте потихонечку, блядь. Го-го-го. Давайте их там будем бить, чтобы, блядь, не босс не зафиряло. Все, поехали. Я на себя громилу заберу. И где-нибудь поставлю его куда-нибудь в вебя, чтобы он ничего же вас не видел. Дальше, дальше. Я вот он подальше специально тягу, чтобы вас не бил. Как я с ним, что ты стоишь, блядь, иди бей. Блядь, блядь, по 10 лямов нахуй, ну ты же, блядь, запихать, ебануться, блядь. Дебил. Испальте вот это обновление. Или оно хуйню хилит. По 18, ой, по сколько там, по 180 тысяч нахер. Можете спал скидывать. А тебе магики не защитят? Ты же Мориджи убивала с нами магика. А, по квесту? Ну оно всем не засчитало. А Дон, ты написал статью в тему? Да, мне попросили скрины сделать демонстрацию урона по боссу, сейчас я им скину. Сейчас я тебе ссылку на видео дам еще, чтобы они вообще охуели. На хом видео? Да, это Magic HM называется. Ты стримишь на ютубе? Нет, я просто записываю видео. Какой ты крутой, блядь. Продюсер. Нет, нет, Войдик, ты классный. О-о. Так, Геру тогда сдадим после... Том, скопируешь ссылку, да? Это магик. С этим, с уроном там... Ну, а Гудлик высунул, блядь, свой пятачок нахуй, чашнулся, блядь, с мокрым. Я там и стоял весь, блядь. Ай, блядь, картофель. Громила. ЧП, блядь, чё ты его не сагрил? Кого, блядь? Я тебе шутнул, нахуй, в чарженство тебя пиздать и сразу летел. А ты заебал, жуй свои драники, не выёбывайся. Тренер, поясни ему, блядь. Пипец, нахуй. А я при чём? Ой, а где ссылка-то на видео? Затам все хрипаты. Там, когда заплавал, все хрипаты. Дискорд скинул вообще.
Дискорд в гильчат скину. Все хорошо. У них сразу все вопросы отходят. Ссылочку мой там. Там и дата, и время, что хочешь. Давайте посмотрим, для моего моба осталось. У них ХП у босса просто. Блять, реально, блядь, на форуме нажаловался, блядь. Пусть убавить нахуй ХП на трэше, блядь, хотя бы в половину, блядь. Пиздец нахуй, 10 лямов ковырять себе. Это как босс целый, блядь. Растягивай контент. Блядь, что тут растягивать было бы, что растягивать? ГЦ. Пускай сейчас зайдут у рейдера. Квест засчитают, блядь. Они могут это? Не, не знаю. Скажут, отпишите, когда один останется. Да, они написали, отпишите отдельно, но сейчас я им напишу, пока мы в рейде, можете сделать и сразу. Всем. Ой, я за квестиком слетал по-быстрому, квест не взял. Сейчас мы. Квест сейчас расшарим. Шарните квест. Сам рыбку кушать. Как ты Ануба танчил без квеста, блядь? Скажи еще, Ануба убили, блядь. Ну вот уже похуй, десятки закрою. Вик, Оню, десятки закрою. Тут сапроты пьем? Какие сапроты я пью пить? Ну танки то, как-то руки лутают, то сапроты пьет. Остальное... Да на ХВ лучше взять. Сколько сейчас сейвов у нас? А саппорт возьму лучше, на всякий случай. А, оптикс в танке будет? Да, оптикс там. Значит, смотри. Я ловлю руки справа, и оптикс ты жопу перекрываешь. Кастер левый перекрывать помогает, если что. Не, под жопой феррал будет закрывать, и зохки есть еще постраховать, как в прошлый раз. Не, я имею в виду под жопой не босса, а в жопе рейда, то есть возле ворот. Вот. Так, а слева есть... Жопе будешь, а если слева есть что там перепомогать и перекрывать кастер именно? А к слева сразу поставить 4 кастеров под эту хуйню. Давай, короче, Гудлик, Дрищ, Север, Гаснип. Наоборот, вот. Ставь лучше 2 шипешек туда. 2 шипешек и, блядь, 2 лука. Шипешек тучки здесь по-любому 2 раза не проебутся. Там тряпок просто разрывает перед ебалом. Не, по тучками там... Нет, вы там один стак поймаете, а второй стак у меня выловите, чтобы второй раз луки по своей стороне. Ну, теребай, пожалуйста. Короче, давай, короче, Гудлик, Дрищ и 2 шипешки будете ловить туда. Еще раз 10 так, человек попрожим, попрожим поваром, пожалуйста, кулак поваром. Что по прожимкам? Ну, по какому? Дон первый, потом. Ну давай ты второй, я третий дам. Вам когда прожимки надо давать? Когда у босса 50 стаков будет? Ну да, наверное. Ну хорошо, тогда я сдам. Что там, ты говорил, 7 человек назвал, еще там 3 кто? Кулак так. По рогам дали. Значит, еще раз. Dead Beach, Roxy там. Кто кулаки бафает, блядь, паладины? Да дали, кулак, спасибо. Есть у него кулак. Так, 2 вара, 2 танка, это 4. Флэш, это 5. Void Drainer, это 7. И 3 хила, это 2 аршама и еда. Вы стоите там под боссом. Идеально, твоя основная задача, когда босса подкидывает, то есть босс подкидывает этих челиков, там хилы не смогут хилить, ты в этот момент давай, короче, они точно этого танка прохиливают он-то. Так. Окей. Okay. Хант, какой хант еще там делает? Секушка, да я ловушечку поставлю, да уйду. Хорошо. Все, давай, Серченок. Масло поверьте. Ебать, половить да без... Маслом нахуй, намазались, блядь, пацаны нахуй, чё за хуйня, блядь? Сейчас ГП въебать буду. Но. О, блядь. Это, блядь, единица ДПС, это 60, блядь, этих самых, сколько там, СПД, блядь, 52 СПД, нахуй. Ну, посчитай, сколько ты, блядь, нанесёшь урона за 20 минут нанесённого урона вообще, за босса. Всё, все готово, вижу. Подожди. Считаешь? Походу, на 25 не забудь умножить. Води намазался? Войда, нахуй, блядь. Пиздеть будет полчаса. Давай машься быстрее, блядь. Тебя ждем одного, ну. Да ёба народ. Киньте в обмен, блядь. Короче, пизду, ГП нахуй поехали, ДБМ пол. Заебали, блядь. Я нахуй в танке намазался, блядь. Ты нахуй в ДД не намазался, блядь. Один.
А я скажу, когда Геру дать. Геру дадим после печка активируется второй раз. Настакиваю вам пока раскол. Все, убили флут, блядь, следи внимательно за этими блочками. Она второй раз кастует сейчас. Все. Можете Геру сотрудать. Раз, должна быть вторая печка активная будет. Руки перекрываем. Слева от босса перекройте, он здесь бескочим. Угу. Сапчики. Смотрим. Бар. Ох, здесь стаков есть. Ищу. Эй, пиздобол на гудники, да. Че ты там, блядь? Вали! Какие ты там нахуй руки закрываешь, блядь? Тихо, 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 тихо. Ты дурак? Бах. Смотри, сейчас ладошки будут. Руки. Я закрою центральный, я закрою центральный. Под боссом где-то, я не знаю, закрою. Север, кинь по ЧП, СС на всякий пожарный, если есть. У меня КД 3 минуты. Гудлик. У меня 3 минуты. Хорошо, Север, по ЧП дашь. Там уже будут смотреть по СССР. Смотрим, сейчас руки будут. Если что, ЧП как подскажет. Так, я лево перестраховываю. Слева. Смотри, ЧП, руки за. Кто там гудлик закрыл? Я закрыл как бы. Руки закрыл, брат. Что ты получше ебало закрыл? Будет пугать. Дети, по сути, пожалуйста. Смотрим сейчас. Руки. Так, а что там. А, сейчас готовься, донт. Да. Один... Все, разворачиваю. Аккуратно. 1% вводи, выйдет тут тоже. Угу. Сейчас будет удар. 2-4 свои. А где тут смотреть? Во всем, мы перешили. Он а сейчас кинет перед костом. Нормально, все бьем. А что нету? Один стак только пока. Это минимальный урон. Смотрим, ладошки. Там не по рейду, я ж отвернул. Перекроем с ладошки эти. Все, не фудите, ребята, аккуратно. Так, сейчас должна печку заработать. На кассе есть? Есть, на кассе. Смотрим, ладошка сейчас будет. Так, я на левую сторону, если что, перейду. У меня пока мотивор моя сторона. Донт, дать Т4 или нет? Да, давай. Ну хотя. Сейчас. А, не, скинет, не надо. Не скину. Теперь скину. Ну я сдал, если что, сейф. Ну, я видел, хорошо. Если что, ваш сейф следующий будет. Смотрим, что тут каст. Левый. Ой, бля, как это самое, прожмите этот. Успел. Все. Ой, бля. Очень информативно было. Я чуть не обосрал. Да блять, ладошку чуть не закрыл. Разобрались, правая. Я не видел даже. Готовься, сейчас ладошки будут. Я дам. Прикройся, ага, все есть. Я дам ему это. Так, Дон, смотри сейчас внимательно. Прожмись. Все, супер. Вара, кричите на хп там, пожалуйста. Не забывайте. Два стака 60%, нормально. Мы переживали. Сколько стаков пережить можно? 10, по-моему. Нет, нас там уже, по-моему, на 5-м или на 6-м очень сильно пробивало. Я ближний прикладываю. Да. Дайте гимн на ману и тотем, если есть. Тотем и гимн дайте. Тотем полтора минуты, минут 50. Я поставил тотем. С ним дай гимн. Смотрим, ладошки. Перекрой дальнюю, я ближнюю. Ага. Так, гудлик это тебе пошибло. Чуть не комер, блин, забыл.
Пытаемся с ладошки опять будет. Поиграл Влад. Смотрим, ладошки. Дальний прикрой, ага. Что, настрой печка будет, не? Переживет еще этот удар, нет? Это переживем. А, все, еще раз, У него печка, вот сейчас уже печка. Все нормально, все, все нормально. Сколько печка регенит? Слева, слева руку. Слева руку, быстрее. Я закрою. Вон ты отворачивай, готовься отворачивать его. А хочу кастер готовить, освободить. Уже даю маршрут. Ну, на всякий случай. Маска в плане. Ба, все, молодцы. Похерать рейс. Так. Смотрим, сейчас будут руки. Наверное, если что-то стрекует. Дальний прикроем. Слева там прикрыли, если уже. Все, башка куплена. Расковый ФД. Да и что же раскол тут? Печь, говорят, нам печь. Я прожал, я пока прожался. Угу. Да, успеет со скинуть нормально. Готовим сейчас ладошки будет. Т4 никуда отдал. Ну еще у меня через 3 секунды откатится у Донт, у Ветова откатится. У хрипа твоей Т4 есть что. Мастера уже будет и у меня. О, я Невер задамажил на 5 тысяч. А он знает, что ты с ним соревновался? Ну, тихо. Я его ударил на 5 тысяч. Переходит в ближнюю, я дальнюю прикрою. А, все, вам все. Теперь ты в мишке прыгаешь, да? Нет, я хотел ловлю. Там как же, это? Блядь, талант минус 30%. Я под этими по 5 стаками еще буду сжать этот ластен. Ну ты идешь, да, идеально. Нахуя у него пол маны. А куда повесился? Т4, сейф нужен. Не надо сейчас сейф. Отворачивай, сейчас будет это самое. Еще рано. 1% радио, смотри аккуратно. Все. Похильте, там где сейчас? Ох, больно, что прилетело сейчас. На пятом стаке я... Блять, у него уже как будто стак целый. У него 40% урона. Так, должна быть печка уже. Секси, закинь мне капельку. А чё печка не кстати? Я машину дам. Сейчас поеду, да, давай. Да. Печка должна быть. О, печка. Дрейф, закрывай, дрейф. Все, есть печка, нормально. Дон-то прохитил вам. Я Т4 отдам сейчас. Все, есть. Я отдам Т4 есть. Все, уже не надо себе было. Крипат Т4 есть у тебя? Там по мне больно бьет. Угу. Когда я понял. Блять, мы тоже когда. Какого массива еще есть какие? У оптикса. 50-55. По команде дальше, если что. Закрывай, я дам. Слева руки. Так. Продержитесь, нет? Должны продержаться. Да, сейф. Нормально. Не, нормально. Вот на следующий сейчас надо будет 50-50 давать. Либо масс ШВ, у меня масс ШВ КД еще. А, он не успеет это послать, наверное. Печ. Печки нету? Есть печка, отлично. Закрой. Успел, отлично. Отворачивай донт. Ну, есть. Здесь 12 секунд. Все, давайте добивайте босса сейчас, пацаны. Блин, дай мне зубы. О, блядь. Еще с масса. Вот
Ладошки готовьтесь, последние ладошки, как укрепиться, все. Дрейвич, закрой. Не проебитесь ладошками сейчас. Прикройте, блядь, мою быстрее, ну! Кастер любой! Блядь, раки нахуй, просто рачвелы, блядь. Кастер, сука, хули вы стоите, смотрите. Стоим, бьем, стоим, бьем, Саша, вот, оф. Стоим, бьем. Пиздец, нахуй, сука, слепые, блядь. Убьем, нахуй. Умрете. 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 Ну чё кастите, кастеры, блядь? Вот если бы это не последний трайв, блядь, не последний ладошки, вам повезло, блядь. Вы стоите, хуярите, нахуй. Саш, там успокойся, там метательное ВПО. Да? Чем такое? Да ну нахуй! Ебать, наверное. Все, заебок, нахуй, я спокоен. Сейчас тебя дедбич заберет, Сорокс. А я ему заберу, блядь. В заменах нахуй будет сидеть потом. Не, реально, пацаны, что за херня? Вы стоите, кастеры, стоите, вы, перед вами ладошка, блядь, не та самая. Вы стоите, хуярите, передайте себя в жертву, сдохните, лучше вы, а не нереет. Вас резнуть можно будет потом. Капец, еще. Пошлите, я Никсю убью в 25-ку быстренько. Дай пизду, я нахуй спать. Шей, о, поиск какой хороший. Пойдем. Пойдем, Никсю. Дайте печать. Ну, а теперь для тебя. Желтый сокет еще. Ну, на кастеров. Ну, я бы предпочитал бы, блядь, сплюнуть эти шеи, шеи нету, что ли? На кастеров. Нет, нет, просто... Это на хила. Это на хила. Чисто хиловский. Нет. Получается, гру проще, чем магик? Да. Получается. Да, не оба простые. Общий ИП на чистерскую там. Дайте порт в Терамор. Дайте. Там есть портал, ищи. А в Терамор сейчас? Ох, сейчас камушек на броню поставил. Что там, не ответили, нам квест засчитают? Надо проверить. Так, с... Чипе! Чипе! Чей сын, отведи его в больницу. О, Гудлик спамит, Карлопа токеном нет. ДТРДД 2 миллиона. Ну, Гудлик пишет в чате, видишь. Сейчас ему бы бошку Т4 260 скинуть. Так ты у него в чейсе. Уже бежим нет. На Оню, да? Да, пошли. Лучше десятку собери. Я не пойду. Не подали? Не, еще. Уже дали. Заряженным лучником пойду на Оню 10. Ну это ваш это еженедельный лимит, как говорится. Дайте это Расмусу, я здесь съел на этом заранее поставил. Ой, слушай, ну вот так типа нормально, как бы.